Так, ну что, ребята, у нас последний финальный бой перед Яковом. Надеюсь, все пройдет быстро. Он был слабый быстрый. Так, пока мне нужно уничтожить все эти вышки, да? Показать свою силу. Ему нужно было лишь сдать мне своих волчицев. Насколько бы всем было проще. Только я не пойму, это походу свои все. А почему они красным помечаются? Так, давайте попробуем пока на выстрел, так скажем. Не сопротивляйся. Сдайся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты выполнил свою функцию. Чё-то это... Я хотел автомат достать. Так, будем экономить патроны, потому что... Потому что у меня их мало. Ну, скажем, ты спасешься. И что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Нет, патроны Зелая есть, все нормально. Никто. Без Илая ты никто. О, как можно быстро это сделать, тебе не а? Кажется забавным, что всем, кому ты пытаешься помочь, становится только хуже? Илай, брат. Трагедия следует за так, тобой. Так, где снайпер сидит? Ого. Если ты и правда хочешь спасти этих людей и стать героем... Так, а если я просто... Вот так выстрел? Нет. А если так? Нет, не попадаю. Наверное, там за скалой где-то находится. Ты просто плоть. Ну да. Так, а может я туда гранатку смогу докинуть? Опа-на. Ой-ой-ой, не докидываю, да? Сильнее, чем я думал. Но убив меня, ты не изменишь ничего. Думаешь, я не хочу умирать? Изменю. На одного подонка станет меньше. И сделаю это с радостью. Так кто ж меня кусает-то? Я его жертвоприношение. Ой. А, все вот он ты. Волчара позорный. Под ногами лазит. Так, дальше. Волки окружают тебя. Так, в смысле уничтожить? Я же уничтожил. Еще. Давайте еще раз. Все, уничтожил. Судьбу не остановить. Блин, а это типа нормальные. Я вообще не понимаю, тут вроде как свои челики, а вроде и не свои они. Он за скалой. Выходи. Да покажи свою голову. Ладно. Магомед не хочет идти к горе, значит гора пойдет к Магомеду. Конечно, я же жить хочу. Куда они здесь все появляются, я не понимаю. Просто из ниоткуда. Блин, и... Что, в гранатке не взорвалось? Бесполезно. Да не, чувак, ты просто очкуешь, что твоя смерть уже близко очень. Знаете, почему я так сделал? Потому что я думал, что я смогу эти крылья распустить и долететь. Но нет, так это не работает. Блин, а это так глупо взять просто. А, теперь все заново, да? Так, ну
теперь я знаю, что лучше гранатами. Я оплакиваю его. Он был слаб и эгоистичен. Я дал ему шанс доказать свою силу. Ему нужно было лишь сдать мне свои ключи. Вот, отлично. Перейдем сюда. Так, здесь я не попаду, потому что за этой находится. Не сопротивляйся, просто сдайся. Ты выполнил свою функцию. Не, чувак, я убил другого человека, ты за это ответишь. Ну, скажем, ты спасешься, и что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Безылая выживальщики никто. Безылая ты никто. Так, давайте сюда сначала дойдем. Ты сильнее, чем я думал. Но убив меня, ты не изменишь ничего. Думаешь, я не хочу умирать? Я сделаю это старость. Так, как мы тушим огонь. Я его жертвоприношение. Все очень просто. Ты просто плоть. Да как же тебя уничтожить-то? Тебе не кажется забавным, что всем, кому ты пытаешься помочь, становится только хуже? Илай, брат. Трагедия следует за тобой по пятам. Если ты и правда хочешь спасти этих людей и стать героем, просто уйди. Так всем будет лучше. Какой дрой? Дырок я сделаю в тебе. Еще. Штук 30, так скажем. Прям обойму. Сажу. Так, нет. Нет такой пушкой. А ты стараешься. Чуть бум не сделал. Ножами давай. Судьбу не остановить. Ну, я попробую это сделать. И мне кажется, ты уже боишься. Ого. Сейчас проверим, кто кого перестреляет. Нет, походу не пристреляю. Потому что там за скалой находится эта вышка. Тебя. Да что ж такое, ты во мне по мне так стреляешь-то, а, чувак? Успокойся. Где ты стоишь? Так, давайте сделаем вот так. Ты знаешь, что ожидает слабых. Так, аптечку захаваем. А теперь один точно выстрел. Нет, это не точный выстрел. Мы на грани. А что ж такое?
Так, ну все. Продолжай охоту. Внимание, вы покидаете область задания. В смысле, покидаю область задания. Вот, все, загрузка пошла. Там какая-то область была, я не пойму. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мне предлагают пулеметик взять, да? Ну давайте возьмем, раз предлагают. Че нет-то? Так, ну радует то, что я вроде как не своих врагов убивал. Точнее, не своих убивал, а врагов. Как по тебе попасть-то, а? Давайте выше залезем. Давай. Или там он сидит. Типа это самое главное, да? Ну да-да-да, давай высуни голову. Ну высуни. Так, а если вот так вот сделать? Ладно, это не вариант. Но придется тогда к нему подниматься. Ну, раз придется, значит, будем подниматься. Меня там волки убивают. Ты мне спину накидываешь, да? Ну ты и улитка позорная. Так, тихо. Где волк? Так, волка забил. Так, а у меня, по-моему, еще была одна ракета, да? Ой-ой-ой, хорошо я по нему попал. Вот это я хорошо по нему попал. А он встал опять. Я скажу одно, этот чувак не такой уж простой, как кажется. Он сидит на самом-самом-самом высоком месте. Со снайперской винтовкой. А внизу очень-очень много врагов. И чтобы его победить, мне надо постараться. Халявы не будет. Но я уверен, я справлюсь с этим недочеловеком. Да что ж такое? Так, давайте мы сразу сделаем. Так, вот так. А, я их не могу делать, я могу. Да что ж такое ты? Давай еще. Максимально. Беги, пока можно. Сейчас. Тайм-аут. Кофе-брейк, чувак. Все, давай.
Так, мне нужен камушек. Нет, это камушек не тот. Вот, вот это хороший камушек. Я его завалил. Мой брат всегда это предвидел. Не знаю, говорит ли он с Богом. Это не важно, ведь он прав. Человечество в очередной раз в опасности. Не важно. Главная опасность — это вы и ваша вся семейка. Всегда находим способ разрушить это. Вавилон, Рим, империи растут, империи гибнут, Америка ничем не лучше. Думаем, что неуязвимы. Вторую мировую войну с терроризмом мы пережили, но приблизились к краю пропасти. Тут и стоим. Мы прибыли по графику. Ждали, пока кто-нибудь подтолкнет нас. Йода, ты это сделал? Все случилось так, как он предсказывал. А ты даже не подозревал. Ты так ни хрена и не понял. Дай ему леща. Я думаю, он заслужил. Как никто другой. Так, только ты. Все? Помощник. Я даже не знаю, стоит ли говорить спасибо, но... По крайней мере, Илай погиб не зря. Я сожалею о произошедшем. Правда. Это не только твоя вина. Но сейчас не время страдать или искать виноватых. Твой друг Прат и группа выживальщиков все еще вооружены Иакова. Поторопись. Мы надеемся на тебя. Так, ну я обещал в него всадить обойму. Я обойму всадил, но ему хоть бы хны. Он вообще, он, блин, он невидимый. Я просто вот в нем сижу внутри. Ну, нормально, нормально. Игра сделана. Ну, ладно, так, разработчики задумывали. Ну, ничего страшного. Переживем. Так, все. Яков уничтожен. Или нет? Не понял. Так. Нужно вот добраться до бункера Якова. А где бункер? Ого. Ого. Далековато. Прямо я скажу, очень далековато. Где я тут быстро могу переместиться? А вот здесь, точка высадки. Сейчас мы туда быстренько планируем. Ну и по традиции у всех членов семьи есть свои бункера, и их надо уничтожать. Вот сейчас и это, скорее всего, будем уничтожать. Патронов бы купить.
Да ладно, разберемся. Будем импровизировать. Грязник внизу! Ты что тут лазишь прямо перед носом? Ты как ко мне так близко подобрался, а? Ты заплатишь за смерть Иакова! Дети мои, враг силен. Так, эти громкоговорилки нельзя уничтожить. Это печально. Так, ну чё? Бункер вот он. Как туда зайти-то? Верные. Дети мои. Чё-то я не понимаю, как сюда зайти. Так, ну ладно. Если вы слышите это, в следующей серии уже продолжим бункер штурмовать. Начался новый этап вашей жизни.